Итак, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Хотелось бы поговорить о том, что я записал ролик 9 дней назад, называется «Фарм Ордена Славы». Вот это мини-отчет, мой именно мини-отчет, потому что я после этого ролика начал фармить Ордена Славы. Думаю, а ну давайте попробую, сколько у меня выйдет. Можно сказать, давайте округлим до 10 дней. Если мы увидим, я нафармил 2 миллиона Ордена Славы. Но минус о нем. Примерно 320 тысяч Ордена Славы, потому что я потратил 8 часов замка, то как бы минус 320, то что это были накоплены именно часы. Вот список, короче. Остров Пробуждения. Посещать клан РБ. Выполнять задание у статуи Энхасад. Проходить групповые подземелья. Мировой босс. Катакомбы отступников. Некрополь. Хотя бы первый раунд. Все-таки сделал try на fail, но у меня не вышло на стриме. И минус 60 тысяч Ордена Славы. Итого 380 тысяч мы минусуем. Я нафармил 1 900 000. 1 900 000 мы минусуем 380. Получаем 1,5 миллиона Ордена Славы за 10 дней. Реальная цифра, потому что врать не буду, это реально. 1,5 миллиона за 10 дней, это реально. Я уверен, что можно и 2 миллиона, если все не пропускать и делать, как я говорил. Если вы после моего видео начали фармить Ордена Славы таким способом, напишите в комментариях, сколько у вас получилось Орденов Славы.